Недавно мы завершили 2016 год. Как прошел год, какие мероприятия проведены и с какими трудностями сталкиваются государственные казенные учреждения Хасавюртского лесничества, рассказывает руководитель данного учреждения Багаудин Гаджимурадович Мамаев. Что можно сказать за 2016 год? Все плановые задания, которые были поставлены перед Хасавюртским лесничеством на 2016 год, они выполнены все на 100%. Основные задачи нашими работниками заключаются охрана, защита и воспроизводство лесов. Наше лесничество вообще чисто по Хасавюртовскому району, площадь занимает 15094 гектара. И она разделена на три участковых лесничества. Это Индраульское, Хасавюртовское и также у нас есть Кизюртовское лесничество. Но мы будем говорить о нашем районе Хасавюртовском лесничестве. За период 2016 года работниками по охране и защите лесов было составлено всего 77 протоколов. Из них это 55 протоколов административного характера, это нецелевое использование также есть, потом мусор, пожарная безопасность, выпас скота. Все эти протоколы были зафиксированы, вынесена сумма нанесенного ущерба, и они все возмещены. Все эти протоколы возмещены, весь ущерб. Также было у нас составлено 22 протокола, это уголовного характера. Основная проблема – это захват земель, обратно же нецелевое использование земель и рубки. Все эти протоколы были составлены, переданы правоохранительные органы, ряд из них уже рассмотрен, вынесен в решение. Что касается по охране и защите лесов, эту работу мы проводим. И на 2017 год, как он был объявлен годом экологии, мы эту работу хотим усилить. Будет более уже и проект подготовлен, дополнительные обходы, чтобы проходили. Эту работу будем усиливать. О задачах на 2017 год мы еще поговорим. Вот продолжая тему, вот что сделано еще? Посадка леса, скажем, так далее. Что касается воспроизводства лесов, нами было посажено только по плановому заданию более 35 тысяч саженцев. Мы посадили. Основные работы у нас шли по Хасавюртовскому участковому лесничеству и Индраульскому участковому лесничеству. Также мы восстановили питомник. На питомнике мы сделали посев дуба, желуди дуба. Если посев у нас уже, саженцы у нас прижились, семена хорошо прижились, даже приезжали люди с Ростова, специальная комиссия по питомнику, очень были довольны. Все параметры соблюдены. Полив, агроуход, все это работа была сделана, они остались очень довольны, хорошую справку нам написали, сделали фотографии и забрали. Если эти саженцы у нас так все хорошо пойдет, выйдут хорошие саженцы, то у нас будет своя база. Мы будем брать уже свои саженцы, мы можем этими саженцами и не только свое лесничество, но еще соседнее лесничество обеспечить. Также у нас в районе всегда, вы как знаете, вы больше всего освещаете это, работы идут санитарные. Это придорожных полос, субботники. На всех этих мероприятиях мы принимаем активное участие. Также у нас есть всероссийские акции были. Это «Зеленая Россия», «Лес Победы», «Чистый город», «Чистый район». Там у всех этих акциях. Только если на эти акции посчитать, то с главами поселений и совместно с администрацией района было высажено 10 тысяч саженцев. Это восстанавливает. Будет продолжаться еще? Обязательно, обязательно. Mm-hmm. У нас на 2017 год запланированы очень большие акции. Mm-hmm. И также мы совместно, есть такое школьное лесничество. Мы открыли школьное лесничество с привлечением молодежи, чтобы они больше ценили, любили лес. И вот эти все акции проводим мы совместно с нашими детишками. Их выводим, вместе с ними сажаем, показываем, как смотреть, как проходит агроуход, как надо правильно делать обрезку. Эти работы мы даже проводим с привлечением школьного лесничества. А может быть такое, что, например, школьники хотят иметь свой парк, и вы можете обеспечить их саженцами? Мы уже предоставили парк. Предоставили парк. Это по Кандауровской улице, в сторону селения Кандраул. Там есть баннер большой, школьное лесничество, гимназия Сайтиева. Мы им выделили 3 гектара. И вот на весну там запланированы большие работы. Они делают частично фруктовый сад, действительно сделают, и лесные культуры посадят, но детишками будет заниматься. Это уже работа идет в этом плане и довольно успешно идет.
Последние два года проведена колоссальная работа по уборке придорожных полос, очищению от мусора, въезды лесные массивы. Проведение субботника и санитарных рубок сказались положительно, и эта работа продолжается, говорит Багаудин Мамаев. После того, как вот провели ряд и субботников, привлечением обратно жителей прилегающих сел, также школьников, совместно работниками лесного фонда, эта работа более стала легче, потому что человек, который сам уберет за собой, ему будет неприятно обратно же бросать. Это надо быть настолько испорченным человеком, что то, что убрал, и завтрашний день обратно это выбросить. Она дает положительно. Но в этом направлении надо еще работать и работать. Чтобы поменять людей, надо чуть время, чтобы люди привыкли. Ну, уже можно сказать, что это уже намного лучшую сторону пошло это все. Бывает, часто посещают лечительство граждане с непонятными постановлениями о аренде и использовании земель. Как говорит руководитель Хасаюльского лесничества, есть комитет лесного хозяйства и закона. Ну, у меня единственное, что могу сказать, что лесной фонд – это федеральные земли. Граждане, чтобы были аккуратнее. Много людей есть, которые приходят с непонятными распоряжениями, откуда так. Эта земля была обещана мне, эта земля была обещана тому. Лесным фондом может распоряжаться только комитет лесного хозяйства. Это федеральная собственность. Договор аренды заключается через аукцион на общих правах, и после этого выдается эта земля. Как отметил директор государственного казенного учреждения Хасаевского лесничества Багаудин Мамаев, и дальше проводится уход за лесами, уход в целях воспроизводства садов, а также для повышения их продуктивности, сохранения их полезных функций, путем вырубки части деревьев и кустарников. Зимой у нас основная работа – это защита, охрана лесов. И также у нас есть, вот всех понятие такое, что мы должны только вот защищать, сажать. В основном работу зимой у нас идут – это рубки ухода. Делянки. Разрабатываются делянки. Люди, которые приобрели делянки у государства, они их разрабатывают. Мы делаем клеймо, ставим на каждое дерево клеймо, и согласно этому клейму все эти работы производятся. На 16-й год, вот я могу вам цифры просто назвать, на 16-й год у нас было запланировано делянок, вот на 16-й год лесофонд по рубкам ухода. На 296 гектарах. Кубомассой 4130 кубов. Эти делянки разработаны. Это в основном и Кизилюртовское лесничество, и Андреульское лесничество, и Хасаюртовское лесничество. Почему эти делянки производятся? Если не производить делянки, лес получается захламленность. Он начинает болеть. Там есть и санитарные прореживания, потом пожарные работы, которые мы делаем. Вот это все входит в эту кубомассу. Точно так же на 2017 год у нас запланирована она, эта работа. И вот есть люди, которые берут делянки, разрабатывают их. Мы ставим столбы, определяем границы, делаем клеймование деревьев. После того, как делянка разработалась, мы идем, принимаем эту делянку совместно с комиссией. Вот эта работа делается, и она должна продолжаться. Прежде чем предоставить людям делянку, мы через СМИ это говорим, что таком-то квартале, таком-то выделе, вот столько-то разрабатываются лесосеки. И желающие приходят. Многие информированы. Информированы, да, информации, также интернет есть, это открытый доступ. И вот эти работы они производятся. И на 2017 год они уже разрабатывают, уже есть определенный план, и уже есть люди, которые поехали в Махачкалу и договорились, взяли. По словам руководителя лесничества Багаудина Мамаева, рубки, уход за лесом – важнейшее лесохозяйственное мероприятие. Оно направлено на формирование устойчивых высокопродуктивных и хозяйственных ценных насаждений, а также на сохранение и усиление их полезных функций и своевременное использование древесины. Они осуществляются путем удаления из насаждений нежелательных деревьев и создания благоприятных условий для роста лучших деревьев главных пород. Наступившим весной у нас первая задача. На весну у нас запланирована есть работа – это посадка. Посадка саженцев, в основном это будет ясен. Эти работы будут проводиться в Аксайском лесу. Там уже подготовлена площадь около 30 гектаров. Мы ее спахали, подготовили. И весной мы начнем закладку там леса по плановому заданию. Там будет расчет идти на гектар около 2500 саженцев. И вот представьте, 30 гектаров
ну, эту работу должны выполнить. А может быть так, что питомник уже, Саженович, успеет к этому времени? Этот год мы не успеем. Mm-hmm. По прогнозам, на следующий год они дадут нам уже. Mm-hmm. На этот год мы не успеем. А в этом году, что мы сможем с питомника взять, мы туда закладывали черенкование, делали тополей. 2000 тополей, черенки поставили, прижились они хорошо. Мы эти тополя можем предоставить, в основном это будут как лесозащитные полосы. Mm-hmm. Если вот кому-то из наших глав сельских поселений нужны будут, красиво при въезде в село, mm-hmm. они красиво смотрятся. Мы туда можем предоставить это дело.